Всем привет, друзья! Всем привет подписчикам моего канала. Вот, долго думал снимать видео на эту посылку, сделать этот обзор или нет. У этой посылки есть история. Начну я с этого. В общем, на моем канале больше года назад я снимал, ездил в свою деревню, где я вырос, где ходил в школу, вот, откуда ушел в армию. Это деревня Мариинская Рейд. Эта деревня стоит на берегу Амура, большой реки нашей, дальневосточной. Вот. Я снимал несколько фильмов про деревню, про эту. Ходил по деревне, снимал, делал обзор. Вот. Больно было снимать эту деревню, ранее цветущую. И, в общем, этот фильм дошел до прекрасного города Баку. Недалеко от него есть поселок, деревня, где проживает уже пожилой человек. Ему 64 года сейчас. Малик его зовут. Этого доброго человека, отзывчивого, с чистым сердцем и душой. Он, увидев это видео про эту деревню, вспомнил свою молодость. Оказывается, он служил там, в воинской части. Недалеко от деревни стоит воинская часть на сопке. Он там служил срочную службу с 1974 года по 1976 год. Вот. 2 года как-никак. Молодые самые годы. Ходили там на танцы. Несли службу, вахту. Вот. И это так его сильно перевернуло, что вот он со мной связался по Ютубу. Через Ютуб. В общем. И вот в знак благодарности, я так понимаю, от чистого сердца, вот так меня отблагодарил. Прислал мне вот эту вот посылку. Что в посылке, я примерно знаю, но я еще не видел. Посылка пришла мне неделю назад. Она лежала. Не было момента, чтобы собраться и правильно снять этот ролик. Эта посылка для меня очень важная. Не в плане там, что вещь какая-то. Буду я ей пользоваться, не буду. Это уже для меня не столь важно. Она для меня важна тем, что это от души, как бы. Человек вот так вот мне пожал руку. Вот. За 40 лет с чем-то, он говорит, я первый раз увидел эту деревню, где прошли мои годы молодые. Спасибо тебе большое, говорит. Искренне желаю тебе добра и счастья. Что, ребята, давайте скроем эту посылку. Перед тем, как записывать сейчас этот ролик, я позвонил Малику в Баку. И он ждет этого ролика тоже. Очень добрый человек. Вот это вот коробочка. Так вот упаковали в Баку.
отправить он ее сам не мог, так как в Россию с его поселка не отправляют посылки, пришлось ему просить соседей. Вот. Они поехали по своим делам, и он попросил их отправить эту посылку. Так вот, давайте вскроем. Так, адрес не хочу портить. Открыли. Так. Это, ребята, видеокамера. Вот такая вот камера. Я ее буду хранить. В чехле. Это зарядный проводок. Это зарядное устройство. Все просто. Раньше Малик занимался, ходил в горы, на природу, снимал на эту камеру. Сейчас он пенсионер. Дай бог ему здоровья крепкого. Сейчас его внуки радуют. Сыновья. Вот такая вот камера, ребята. Я первый раз вижу такую модель вообще камеры. Так вот она называется. Характеристики тоже не знаю. Буду изучать. Все, ребят, на этом все. Вот такой вот сегодня ролик. Вот такие вот есть люди. Дай вам Бог тоже таких друзей. Снимайте, ребята, видео. Снимайте, ребята. Все. Всем добра, удачи, крепкого здоровья. До свидания. Вот, забыл включить перед записью ролика. Сейчас вот попробуем включить. Вот. Все работает, все пришло целое. В отличном состоянии меню. Все работает. Ставим лайки.